Поехал я однажды из Екатеринбурга к Камышлов родителям на выходные. Смотрю, впереди бородатый парень. Татуировка в черной кожаной куртке, кожаных высоких ботинках и черным большим рюкзаком. Такой, знаете, брутальный, как из клипов группы «Металлика». Только мы отъехали от автостанции, как он открыл рюкзак и вытащил оттуда маленького задорного пса с веселыми умными глазами. Оказавшись на свободе, тот бросился хозяину на грудь, повизгивая от восторга, стал вылизывать ему лицо. Хозяин добродушно улыбался, что-то шептал ему на ухо, а потом достал из рюкзака специальную собачью подушку, положил на колени, и пес немедленно на ней растянулся. Было видно, что он души в хозяине не чает, и это взаимно. Но лежать просто так псу быстро надоело. Уже через 5 минут он вскочил, оперся лапами на стекло и с удовольствием стал смотреть на пролетавшие за окном пейзажи. В это время брутальный хозяин поддерживал его за живот, трепал за ухом и угощал каким-то лакомством. Я смотрел на них и тихо радовался. Потом не удержался и сфотографировал. Такие дела.